Приветствую вас. Чисто не политическое видео. Будем говорить про деньги, экономику и социологию. Смотрите, есть такая социологическая группа «Градус», которая провела опрос среди украинцев, которые находятся в Европе. Ну, конечно, какая-то часть это беженцы, спорить не буду, а большая часть тех, кто там работает и раньше работал, ну и живет, естественно. Позадавала вредные вопросы. И попросила дать четкий ответ, где лучше, в Европе или в Украине? Я вам, соответственно, отмечу, есть такое сообщество, то, что вопрос этот задам. Где лучше жить, в Европе или в Украине? А вы напишите, пожалуйста. Ответы были, конечно, довольно интересные, но познавательные. Я сейчас кратце вам их некоторые... Нет, там их было очень много, конечно. Наиболее яркие. Первое. Смотрите, если кто-то случайно, ну так случилось, пытался взять какую-то справочку в Европе, наверное, знает. Повеситься может. Я много раз говорил, что есть два варианта. Или вы можете все порешать за дешевую копейку, как это в Украине. Ах, вы недовольны. Или бюрократия. Но в Украине, смотрите, какая ситуация. За последние годы у нас действительно так внедрились эти онлайн-услуги, что сейчас ничего давать не надо. Сейчас как? Фух! И любая справка. Вам нужно зарегистрировать компанию по смартфону. Вам нужно какую-то сделку по смартфону. Вам нужно какой-то тутерить. Это государство. Потом интернет-магазины. Боже, у нас это хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Ну, я уже молчу про счета в банке. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Чудо! В Европе этого нет. Нет, я не шучу. Я не шучу. Знаете, в чем курьез? Вы можете, это, конечно, смешно, но в некоторых структурах вот, европейских, чтобы получить справку, у вас требуется еще одну бумажку. Они очень недолюбят компьютеры, бумажку. Еще потребуют, чтобы по факсу прислали. Не, вы не смейтесь, там есть факс. Да. Понимаете, чем славится Европа? Чрезмерным, колоссальным количеством чиновников и чрезмерной бюрократии. Знаете, для бюрократа главное ничего не сделать. Если он делает, то подпочит там действительно все очень долго. Очень долго. Очень долго. Действительно, когда делали опрос, получилась ситуация. Ну, задальше вопрос. Как вы считаете, где проще получить онлайн-услуги? Больше 40% сказали в Украине. Правильно. И говорить, в Европе это невозможно. Да, в Европе это невозможно. В Европе вообще, понимаете, они сильно отстали. По сравнению с Украиной отстали колоссально. Ну, нет у них такой, как у нас, деять. Просто нет. Отстали в коммерческих услугах. Колоссально. Там действительно колоссальные проблемы, когда вам, говорю, открыть счет банка. А там нет. И вот это действительно беда Европы. Понимаете, они меняться не хотят. Ну, во-первых, куда девать у чиновников? Куда менять? То есть, вот эта структура есть, она запроектировизирована, она остается. Говорит, она хорошо. Да, но хорошо, пока вам не надо что-то делать. Если что-то надо... Возможно, вы слышали, что некоторым жителям Европы приходится нанимать бухгалтера, чтобы они составили за него декларацию о доходах. Декларацию надо подавать. Это правда. Очень запутано. Там действительно, архизапутано. Там действительно надо нанимать специалиста, чтобы он разобрался. Очень сложно. Даже если вы экономист, вам бывает сложно разобраться. Там столько запутано. Так что такая ситуация есть. И это действительно, наши люди когда попали, порядок обстоятельств, надо было там все делать, ужас, кошмар. У нас это хлоп, а у них там бумажка. Повеситься можно. Но такая система. И это действительно, отличает Украину от России. У нас очень маленькая бюрократия. У нас очень быстро, шикарно развитая вот эта диджитализация онлайн-услуги, чего нет в Европе. В США тоже самое. США тоже. Вы будете удивляться, но там, у нас давно уже нет чека, у них действительно есть. Бред. То есть вам платят, вам дают чеки, потом вы должны отнести в банк. Бредятина. А как на карточку? Бредятина. А он говорит, это бредятина называется. Вот это называется бредятина. В наши времена деньги на карточку нельзя закинуть. Бредятина чистейшая. Это есть. Соответственно, задали вопрос по поводу, как работает торговля сферой услуг. У нас супер. Действительно, кто был в Европе, наверное, знает. Там есть шизофрения такая. По воскресеньям не работают даже продуктовые магазины.
Шизофрения, чистейшая. Когда-то в далекие времена считалось, человек должен идти в церковь. Ну что, фонарели, в наше время церковь. И там действительно это ужасно. У нас, а круглосуточный, понимаете, вот интересно, когда иностранцы к нам приезжают, узнают, что у нас есть круглосуточный крупный магазин, говорит, как? Элементарно. А что это такое? Ну как? У нас, да. Ну и сфера услуг. Ну все, просто показывают, там 40-50% больше, говорит, в Украине лучше. Да. У нас выше качество и очень дешево. В Европе они ужасно дорогие. Ну, парикмахерская, это повеситься можно. То есть, понимаете, мало того, что качество прошивает, цена сумасшедшая. И там действительно... А, и еще вопрос давали по поводу соотношения. Вот тоже интересно. Качество продуктов и, соответственно, цены. У нас на порядок лучше. На порядок. Объясняю, смотрите. Да, говорите, о, дешево. Ребята, не дешево. Почитайте упаковку. Ну, почитай. Хоть раз почитай. А, что ты? Читаешь. Синтетическое, читаешь молоко, сделано из синтетического белка. У нас такого вообще нет. Вообще нет. Понимаете, очень часто такая ситуация. То, что вы в Европе покупаете в биомагазине, там страшно, это дорого. У нас это обычный продукт. Там обычный, дешевый, добрый. Да. Вот предпочтение начинает страдать. Вот, ребята, почитайте. Послушайте, масло, это вообще анекдот. Читайте внимательно. Читайте, написано. На бутылке. Ну, в этой бутылке подсолнечного масла 15%. 85% биожиры. А дешевый. Давай возьму дешевый, зараза, что там настоящего подсолнечного масла. А у нас 100. Ну, нет у нас с биожирами. У нас есть с оливковым подсолнечное масло, ну, в основном-то чисто. Поняли? А дешевый. Ребята, прекращайте бредятельности. Меня всегда поражает безграмотность людей. Главное, что матюкаются, ругаются. Что у них за молоко? Что у них за мясо? Ребята, читайте внимательно упаковки. Там все написано. Не, ну действительно, есть красное, шикарное мясо. И шикарный прыгун. Обалденное. Там четко написано, что это такое. А вы хотите, что на халяву, да? Но, конечно, есть то, что у нас, конечно, слабовато. Железо. Общественный транспорт. Но прежде всего не цена, но высокое качество. Что есть. Да, у нас, к сожалению, можно поругать общественный транспорт. Ну, есть действительно и вагоны, и все. Да. Согласен, полностью согласен. Общественный транспорт, ну, по качеству, ну, понятно, да, не спорю. Что еще хвалят? Ну да, спорить не буду. Вот эта система социальной защиты, да, она более развита, чем в Европе, чем у нас. Не спорю. Не спорю. Хотя там, как вы понимаете, вот если вы, говорится, камеры выключены, начинаешь беседовать, как они матюкают. Ну, потому что, понимаете, получается, это же не просто социальная защита, это же налоги высокие. И получается, ты платишь высокие налоги для того, чтобы наркоман имел возможность бесплатно ходить в бассейн. Ну, я это утрирую, но это факт. Вот наркоман, конченый. Ну, он получает возможность бесплатно ходить в бассейн, ну, чтобы найти, типа, чтобы не кололся. Да он и так колется, но он бесплатно ходит. Бредятина, ну, такая есть. Ну, хотя бы сказать, типа, стойте, ну, и многодетная семья получает. Никогда не задавали вопрос, почему она многодетная, не? Задайте. Потому что часто она многодетная, потому что и мама, и папа наркоманы кончены. Или алкаш. Семья многодетная, получает талон, получает социальную помощь. Нафиг. За ваши налоги. Но я буду в Европе. Вот такая бредятина есть. Ну, хотя с дроссельным социальным. Ну, понятное дело, на самый простой вопрос, где выше зарплата в Европе. Тут даже спорить не буду. А, по-моему, 47% выше. Конечно, выше. Не спорю. Не, ну выше. Даже выше в Европе. Но это имелось в виду, там, ну, даже если сравнить с Польшей, ну, выше. В Германии выше, чем в Украине. Не спорю, в Испании тоже. Не спорю. Абсолютно не спорю, да вы не спорите со мной, да, выше, что есть. Ну, еще задали такие довольно стандарты. Ну, вот такие вопросы, вот менталитет. Лучше или хуже? Это такой вопрос, вообще на какой ответ нельзя. Ну, нельзя на него получить. Ну, понятно, украинская, нет, у нас менталитет лучше. Что такое менталитет? Как это менталитет? Ну, это такое там, или там, вот, как вы относитесь там к родным, так дальше. Ну, это не вопрос. Знаешь, это вопрос настолько запутанный. Отношение к родным, это очень специфично. Ребята. Тут нельзя сказать, где лучше у нас или в Европе. Это очень специфично. Вот такая вот ситуация.
Вот такие нюансы. Нет, смотрите, идеального общества не существует. В каждом обществе есть свои проблемы, еще раз проблемы. Да, у нас есть куча своих проблем, ну плюс еще война добавлю. Но в то же самое у нас есть вещи, которые ну просто, ну как бы иностранцы когда узнают, говорит, неужели? Да, да. Онлайн-сервис, это факт. Онлайн-услуги государства, это факт. Интернет-магазины, факт. Банковские услуги, супер-супер факт. Бизнес, ну, когда они узнают, что у нас можно не платить налоги или вот зарегистрировать, что это супер-супер-супер. И действительно есть масса. Но есть и проблемы. Что есть, то есть, не спорю. Без проблем общества не бывает. Теперь вы напишите, какие у нас есть проблемы, какие у нас есть хорошие вещи. Не поругайтесь, так сказать, для души. Пока.